Лицей номер 7 с размахом отмечает большую юбилейную дату. 55 лет назад было основано одно из лучших учреждений образования Щелковского района. С тех пор школа исправно придерживалась высоких стандартов обучения, помогая подрастающему поколению не только грызть гранит науки, но и прививать ребятам лучшие человеческие качества. В день юбилея заслуги и талант педагогического коллектива пришли отметить многие почетные гости. Что такое 55 лет для учреждения? Это даже не середина пути. И вы знаете, я сидела сейчас, размышляла и думала о том, что вот такие юбилеи, юбилеи наших образовательных учреждений, это странички жизни нашего Щелковского района. Это родные стены, это родной коллектив, это та атмосфера, в которой вы работаете, живете полной, так сказать, жизнью. Сюда ходят дети, стены эти, помнящие многие события на протяжении уже более полувека. Позвольте мне от имени Московской областной думы, от себя лично, поздравить вас с этим замечательным юбилеем. Очень много вы воспитали все вместе для всех отраслей экономики и космоса в том числе. И, конечно же, за это вам низкий поклон и благодарность. Поэтому сегодня примите от администрации района искренние поздравления с вашим праздником. Конечно, лицей звучит гордо. Конечно, это к многому обязан. Когда ученик вызывает себя, говорит, что я лицеист, конечно, это здорово. Теплые слова подтверждаются значительными цифрами. С 1973 года лицей выпустил 36 золотых и 96 серебряных медалистов. В прошлом году трое отличников были отмечены медалями за успехи в учении. Окончание школы – лишь начало большого пути для будущих профессионалов. В 2015-м из 42 выпускников 38 поступило на бюджет учреждения высшего образования. Был период, когда у нас не было медалистов. А сейчас потихонечку, 2-3, а то бывает и 4 медалиста у нас есть. Медалист – это не просто отличник, это труд, это титанический труд, мотивация на успех и мотивация на учебу. Это все составляющие успеха. У нас все ребята поступают в вузы, у нас, в общем-то, очень хороший процент поступления, и основная масса детей поступает на бюджет. Мне нравится эта школа, учителя добрые, веселые, строгие. Здесь просто весело, я не знаю. Учиться, когда как, серьезно. Когда вообще просто очень-очень трудно. Когда, бывает легко, все дается. Отметили юбилей масштабным концертом. К подготовке в лицее подошли сообща. На сцену с творческими номерами выходили и преподаватели, и ученики, и даже родители. Также в день праздника педагогический коллектив лицея отметили почетными грамотами и ценными подарками. Марина Позднякова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».